Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Самарский шпажист Павел Сухов стал обладателем Кубка мира. Фигуристом из Тольятти покорился лед Минска. Победа за 18 секунд. Самарские дзюдоисты отметились на чемпионате мира в США. Две бронзы привезли самарцы с чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов. Участвовали спортсмены старше 30 лет из 63 стран. Самарский дзюдоист Рамиль Гильметдинов завоевал третье место в весе 66 килограммов в возрастной категории 30-34 года. Он победил в 4 встречах из 5 на этом турнире. Самой зрелищной оказалась схватка за третье место против француза Оливье Руза. Уже на 18-й секунде самарец провел бросок, который принес ему безоговорочную победу. Вторую бронзу для нашего региона завоевал Андрей Мережников в возрастной категории 55-60 лет и весе 60 килограммов. Свою встречу он также закончил досрочно на 2-й минуте, победив американца Пола Бува. Первое место на командном этапе Кубка мира завоевали российские шпажисты. В составе сборной страны выступал и самарец Павел Сухов. Всего на этапе в Буэнос-Айресе участвовали 26 команд. Россияне последовательно обыграли сборные Казахстана, Италии и Чехии. В финале были повержены французы со счетом 45-39. Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин взяли бронзу минского этапа международных рейтинговых соревнований «Айстар». После проката короткой программы воспитанники Олега Судакова были третьими. Лидировали украинцы Александр Назарова и Максим Никитин. Второе место занимала турецкая пара Алиса Агафонова и Алрен Унар. В произвольной программе тольяттинцы показали 5-й результат, однако их отрыв от преследователей позволил сохранить бронзу. Это были все новости на сегодня, и помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.